там Максим возьмет. Куда еще? Иди на понтон, говорю. Ну, сейчас буду. А нам куда идти? На понтон. Слава, а давайте вот такую еще возьмем. Слава, а? Давайте вот такую возьмем. Ну, возьмем. Ну, а что ты? Ну, не так сколько будем ждать. Ну вот я так уже все ходила, полусонная. А я уже не хочу спать. А, ну заходи сначала ко мне, а потом еще. Держать. Ну, давай, ты я... скажешь до утра, держи, ты будешь держать что-то. Да. Голова-то для чего? Что думать? А вы куда? Господи, да. Некуда, значит, давайте.
это моя все... же, это оранжевая папина. Да? Я выкупу папину. Да, ну, зачем? Чай. Вот такой здесь. Чай. Папа! А. Чувак. Я. Забыл. Очки одеть. А с синяками, да? Пусть подумал, что тень упала на глаза. Так, одеяло надо. Вася, нам давай? Саня, возьми пока. Серегу надо быть поаккуратнее. Я прям боюсь, он навернется. Да? Ты что такое, чай? Мне лучше руку дай. Я боюсь. Оп, ты снимай. Подожди, подожди, Слава, где он? Ой, поймали. Ой, 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 рыбешка. Самое любимое место. Бежать ему дайте, заскользнет. Главное на фотографию попасть. Вот сейчас он точно уйдет. Ну я успел его ухватить, Слава. Куда же? Туда пойдем. Вот смотрите, прям прыгает. Держите, окуняшки. Окуняшки? О, хороший такой. Ай, красавец. Я поймал. Я сегодня вторую большую рыбу поймал. Чуткается рыбка. Не говори, а это тяжело так тянуть, да? Я думал, где... Пап, вот это вот ты видел? Да, наверх. Ты бы видал. Так, пол за уборку. Ну, со стола убрать, а пол потереть. Все, за уборку пойдет, вам же чтется и то есть. Ну все, значит, мы подтерли за тебя, я тоже подтер. Со стола не убираете. Я подтер. Нет, со стола тоже убираете. Вы уж сегодня, ладно, дежурьте целый день. Нет, сегодня у нас вот команда есть, четвероногих. Ну, не знаю, как Максима у нас Таня сказала, не, идите вы в баню. Я так не говорила. Да, мы тоже так не могли подумать. Подразумевали. Ну, про вас потом, как про Ленина. Чё попал на говоря? Чего, что было, чего не было. Олежка. Ага. Я сейчас пойду рыбачить. Так и что, пойдем. Уже? А со стола кто? Ну, давай, все. Нет, последняя. Последняя? Ты там не жил вообще ни разу. Нет, средняя. Средняя? Ну все, тряпку и вперед. Кого? Я впереди. Нет, нет, все, вы вдвоем моете вилки и стаканы. Максим убирает в комнатах. Татьяна моет полы. Нет, тарелки. А папа готовит, да? Торжественный ужин. Да. А кто мой папа? Полы моет. Папа, а заказы принимаете? Да. Сделайте картошку фри. Хорошо, видать?
хорошо. Для масштабности кого-нибудь поставить. А так одна рыба, она может быть это сам. Видите, какая полная половина моего роста. Чтоб всем было понятно. Поймал ее Максим. Как все тут называют. Да что ты будешь делать? Я их никак не поймаю. Ну давай, давай, прыгай. Пап, ты готов? Обязательно. Сейчас прыгай, ну, потом на лодку.
ты так залезь. Танюшка, а почему с Витькой тоже попрыгать? Да. А что? Давай, иди. Ну, прыгай. Не, я попрыгаю. Вы его не поняли, вас только поняли. Только попрыгай, просто я. Только после вас. Серега! Прощай, мама. Ты что, радость моя? Ты сейчас как вновь народишь. Ой. Потихонечку, потихонечку. Скользко. Внимание, пошел. Ну и ощущения. Ладно-то, наверное, распачешь. Давай. Какой был? До дна? Тут глубоко. А это кто, Серега? Мам, ты что отдыхать? Максим, а ты что не понял? Сколько раз обниматься? Ну, потом сколько раз обниматься? Компонует. Будете снова зайти? Ну все, идет, черт это. Маша, начинайте. Дорогой кум, реши приподнести эти две. Спасибо. Половина поля. Две. Ну, мы быстро. Половина поля? Мы Стефанчик забежали быстренько, на бабчик сделали. Все ясно. Идешь в уголок, и буду смотреть. Будешь смотреть, да. И все это остальное суета суета. Понял. А там еще подписано что-то. Настоящий художник. Еще раз скажешь, я говорю, пешком пойдешь здесь дети. Нет, мы по уши полтора. Как скажешь? Нет, это ты что ли тут рыбу испортила? Оля. Оля? Я предложила. Не то, что у нас голодки. Нет, это...
индивидуально, потому что ты любишь пятый. Как отмечают день рождения на пятом десятом? Нет, вы поставьте ведро с цветами сюда. Утро. Нет, вот оно, вот оно. Папа, это молодец. Да, это только свежие отрепало. Дядя Слава священно действует. Лишь бы не это, не проворонить. Слава, бросите шишки. Ну, вот она всем сделает снимки потом. Боря, где рожденный рождение? Муля, беги! Ну правильно, мы меняли колесо. Мы три колеса качали. Мы тебе сразу сказали, в 6 часов мы только выехали, 4 минуты. Гори, сейчас вот вторые будут подняты. Как, Антоша, вкусно? Вкусно. Речи будут произноситься. Какие речи, иди кричи. Речи все уже произнесены. А куда у нас это? Володя, можно собрать сюда. Я готова все разошлись. Я зафиксировал. Молодец. Мать, я рыбу поймал здоровую. Ух ты! Сейчас плавать будем. Ну ничего себе, ты вообще нас схватил. Ну, да, вот это подарок, господа. Ничего себе. Там пошел 2 километра, да? Подарок. Полетел. Легче бежит, да? Дядь Сережа, за бугром все окей. Рэд, Сёмка? Да. Не Ресса, Рэк. Попробуй, подруга, виски. Попробуй. Ну, болтается, камера трясется. А, ну, убери, это подарок. Останавливай, стоп. Ну, стоп. Это мой, это мой. Давай, снимай. Пан, иди
Берут свои чайки. Маша с ними воюет. Поймал Слава такую большую огромную рыбу. С ним не помрем. Будем. Да.
Так, держи, держи. Пошепи ее. А как ее? Надо придавить, да? Чтобы у нас вот жена. Волосы там же. Около палатки. С правой стороны. Рыбу. А то я ее чую. У тебя нету, Лёха? Есть. Сейчас приезжай. Лёху? Нет. Он тоже платит, Катя. Ну что, рыбак? Получилось? А? Как, клюёт? Хорошая рыба. Тихо, тихо, тихо. Рыба мне пугает. Как не меня. О, килограмм 5 есть, да? Ну, Слава, ты молодец.